Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Роуз, вы на канале Very Hard Game Mod. И это Expedition Rim, стратегия прохождения на хардкоре. Погнали, загрузим наш последний сейв. Грузим сейф, короче, и сейчас поедем. Блять, сложная миссия сейчас. Они у меня не отхилились нихуя, блять. Так, блять. Вот это лучше здесь оставить за укрытиями. Этого тоже. Лучник нам нужен. Сука, лучники коцаные оба, блядь. Поехали. А, это лучник, а не щитовое. Так, велит сюда. Могут до туда дострелить. Бля, ну хуй с ним. А вряд ли, конечно, блять. А, ясно, бля. Всех, значит, выводим. Поехали. To let these people take their own medicine, I think. Yeah. Let us show Pontus that Roman military architects are the best in the world. Так, чё тут, чё? Ого. Поехали. Пизда.
как они заебали, блядь. Так, бля. Бля, не туда, ну ладно. Стоп, а кого я купировал, блядь, до этого? Поехали. Блять, навряд ли я смогу это пройти. Подождем здесь все нахуй. Че, он через огонь прям похуячит, что ли?
сука, блядь. О, все, я понял. Это купировать, блядь, не умеет. Так, этот, блядь, этот. Нахуй я им щит, блядь, давал. Ничего, пройдем любой ценой, нахуй. Пусть сидят в укрытии, блядь. Блять, надо было его пламенем окружить. Я, кажется, понял, как тут проходить надо. И, конечно же, вот сюда. Поехали. Сука, я так и знал, что он съебется, блядь. Тварина ебаная, блядь. Блять, это контуженный, сука. Блять, а этими купировать нельзя. Пушкину пиздец просто сейчас будет.
Еще пиздец Пушкина. Блять, ну ладно. А этот-то чё, блять? Ладно, продал. Есть нахуй, да, сука, я его с катапульты въебал, и Пушкин выжил, блять. Вы это видели? А шот ван шот. Сука, блять. Ебать, мне подфартило. Пиздец, блять. Вы бы это видели. Вы это видели, блять? У меня все лоу хп были, все вообще. Блять, сейчас тоже все лоу хп. Ну ничего, повязки-то есть, блять. Их никто не отменял, да? Так-то. А тут челики имбовые. Вот так, поехали. Давай, бахилька деда. Дед у нас, блядь, старших надо уважать, нахуй. Дед у нас, блядь, вообще мужик нормальный, короче. Ебать, мой хуй, ебать я лаки. Пиздец, нахуй. Кстати, на таких крестах распинали раньше. Это крест буквы Тау. Это из Рима пошло, это римская пытка. Что за хуйня? Ящик с лекарствами, груз. Обит медицинскими принадлежностями. Возьмите повязку, используйте ее, чтобы вылечить. Во! Дед, настало твое... Сука, нет, не настало. А вот теперь настало. Сейчас похилим всех. Ну, Коляда, блядь, уж прости. Хотя... А этот-то чё, блядь? Пока меня сейчас не спалят. Это масло, блядь, что ли? Вот так засейвимся, потому что я всех похилил, блядь, и меня пока не палят один хуй. С водой, а у них что там лютые, что ли, пацаны? Греческий огонь. А не сосуды сма... Блять. Дед, возьми давай, что ли, воду, бля. Пригодится. Все, вот так и засейвимся, не врываясь пока в битву.
чел, тут вообще похуй, я так понимаю, блядь. Склон наручника. Секунду. А, все. Блин, ну-ка загрузим сейв. Хотя... Тут лучники есть на стене? Нету. Как охуенно. Дед, возьми тоже пиво. А чё там же три еще было? Дед, ну-ка давай-ка отойди, а ты, братишка, сюда давай. Ты сюда, родимая. А ты, дед, давай сюда. Все. Нас не спалили. Хорош. Да заебали, блядь. А, секунду. Продолжаем. Блин, не совсем удачно. Че он баф-то, блядь, не повесил? Братишка. Не, даже вот сюда лучше. You think you'll catch me? Think again. А, блядь, здесь за три раунда надо еще до него дойти. Сука, я как знал, блядь, что он факел кинет. А, ну это хуйня. Ah!
6-10, 7-11, 4-16. Мы сыграем. 9. Рулетка не совсем удачная. Блять. Дед, давай. Так, дед, давай ебош сюда. Блять, коляду купировать надо. Это повыше дамаг, блять. А. Где-то хотя спрятать надо было, но, блять, хуй. Good, that means you're fine. Хуя два сопротивления выгоранию прокнуло. This is how it ends. Коляда, бля, обожди, нахуй. Блядь. Блять, а чё так можно было? Поехали дальше. Бля, деда-то за что? Похилить-то ни у кого ничего нету.
Так, где дед нахуй? Так, дед, иди сюда. О, отлично. Дед живет пока что тоже, нахуй. Can someone prop this old man up? Воскресим Коляду. Over here, help! You are mostly fine. Get back into the fight. Эх, бля. Деда бы тоже убрать лучше подальше. Я забыл совсем про этого долбоеба, блядь. В инвизе. А тут крыши-то нет, что ли, блядь? Как он через верх хуячит со стрелами, блядь? Блять, да хуль тут церемониться, ебать. Тут крыши нету, по всей видимости, я так понял. Да, конечно же, блядь, Коляда не может. Так, ну деда, блядь, купируй, чё. Блядь, она и купировать не может, я хуею. А, это все-таки баг был, то, что он через крышу стрелял. Бля, через окно, все понял. Блять, и никто купировать не умеет. Who are you? Our way, consul. Lucullus sent us to get you out of here. Are you uninjured? Can you fight? I can fight. Lead the way. Что сделать-то надо, блять? Ебаться, что ли? Thank you.
Ты что ты делаешь, собака ебаная? Бля, нельзя, чтобы дед умер. Ладно. Понятно, короче. Ладно, дорогие друзья, это будет в следующей части прохождения. А на этом пока что все. Ебать я лакер, как я предыдущий левел прошел. Ну ладно, не суть. Всем спасибо, кто это смотрел. Всем удачи. Всем пока. Только Роуз. Только хардкор.